Посторонним вход запрещен, гласит надпись на заборе. Но эти люди таковыми себя не считают. Жильцы 122 и 124 домов по проспекту Карла Маркса за этот участок сквера, отданы под застройку, борются уже 3 года. Старожилы говорят, каждое дерево здесь посажено их руками. Там была детская площадка. Вот здесь вот, не знаю, какая-то будка лежит, здесь была клумба с цветами. Сейчас их вообще нет, я просто пришла посмотреть, что-то осталось, а то есть ничего не осталось уже. Эта земля была в аренде у строительной компании «Высотник». В начале нынешнего года договор закончился. Еще в августе администрация Магнитогорска потребовала от застройщика участок освободить, демонтировать забор и убрать мусор. Но до сих пор ничего не исполнено. Решили люди, видно, разбирать. Ну, потом, через какое-то время, ходила милиция, спрашивали, а вы не видели, кто забор разбирает. Теперь взяли, после этого, значит, поставили вот эту сетку. Сквозной проход, пусть сделанный вандальным путем, оказался вновь закрыт. На огороженной территории застройщик даже убрал плиты, из которых состояла пешеходная дорожка. Из подъезда невозможно выйти, у нас кругом все загорожено. Люди, если идут, то им надо в школу, в 33-й, в садике надо. Они не могут пройти. Компания «Высотник» возвращать этот участок земли муниципалитету не хочет. Решение администрации о прекращении договора аренды руководство фирмы обжаловало в управлении Росреестра. В службе госрегистрации встали на сторону застройщика. Поскольку право аренды на сегодняшний день не прекращено, сейчас правовых оснований для принуждения «Высотника» исполнить вот это требование о необходимости приведения земельного участка, который был ему передан ранее, в первоначальное положение, у администрации не имеется. Распрощаться с землей и планами на строительство комбината бытового обслуживания не спешит и предприниматель Степанов. Участок под окнами 139-го дома по проспекту Карла Маркса он взял в аренду 3 года назад. Но земельный контроль выявил нарушение договора, администрация с ним расторгла. С этим решением Василий Степанов оказался не согласен. Администрация к этому моменту в декабре 2015 года уже подала иск о сносе самовольной постройки, ликвидации забора и ворот. Откладывался суд, и он только должен быть вот сегодня. Но за это время Степанов подавал уже 2 иска, что его незаконно лишили аренды и о принуждении администрации о заключении аренды. И он проиграл в обоих исках. Лидия Анатольевна еще долго следит за судебными баталиями. Арбитражный суд вновь отложил заседание до 5 декабря. Выжидательную позицию занял и предприниматель Степанов. После того, как в феврале на участке залил фундамент, больше здесь работ не производил. Они начали потихонечку вывозить какое-то оборудование здесь для раствора емкости. Они вывезли потихонечку. Но постоянно кто-то появляется, кто-то смотрит за тем, что здесь происходит, потому что ворота закрыты. А вот здесь вот организовали мусорку, самую настоящую мусорку и общественный туалет. Неравнодушные жители уверены, что Василия Степанова заставят вернуть участок в первоначальное состояние, засыпать котлован. Озеленение готовы взять на себя. В саду специально выращивают березки, липы и дубы. Будет прецедент, и жители отвоюют этот участок. И даже мемориальную доску здесь напишут, что да, этот участок отвоеван.